Всем привет! 16 августа. Созрел сорт Мишка Косолапый. Очень красиво цвел. Прям весь был усыпан цветами. Заявлен как крупноплодный. Я еще удивлялась, думаю, надо же, так красиво, так обильно цветет. Неужели действительно будет крупноплодный? То есть цветов было очень-очень много. Но в результате оказались сердечки, но не очень большого размера. Есть тут несколько больших. А в основном такие вот аккуратненькая форма сердечек. Размер не очень большой. Для тех, кто не любит крупноплодные помидоры, но сердцевидной формы. На вкус сейчас пойду пробовать. Красивые. И мне понравилось, что в нем, что он дружно созрел. То есть стоял сначала... Были такого беловатого цвета помидорчики, побелели, а потом дружно-дружно начал зреть. И вот, в принципе, созрел сразу весь такой. Ну, наверху, конечно, у меня ничего нет в этом году. Я его обрезала, оставила только нижние. Ну, красиво, очень красиво. И цвел, и сами помидоры красивые, и такой вкус не очень обильно, ну, облиственный. Хороший. Мишка косолапый. Вот так он выглядит в разрезе. Такой красивый. Очень плотный. Он легкий. Долго будет лежать, потому что плоды такие крепенькие, хорошие. Цвет ярко-красный. И вкус классического красного помидора. Мне нравится. Мне нравится, что форма сердечек, но не гигантских, небольших, а вот именно маленькие хорошие сердечки. И такой очень плотненький. Вот такой Мишка косолапый. Вот так вот он выглядит, когда его ломаешь. Арбузная мякоть.